Привет, в общем, у нас сегодня Warface, но это Warzone. Для тех, кто за Warzone шарит, я думаю, вам не стоит слушать дальше все это, можете просто скипнуть вступление и начать уже смотреть. Вы, я думаю, поймете все по ходу. Ну а для тех, кто не шарит, объясняю. Мы используем пушки только в тех сборках, которые актуальны в Warzone. То есть, условно, если в Warzone это К-31, то в Warface максимально похожая пушка это скаут. Причем с такой же сборкой, то есть с глушителем, чтобы сделать максимально не имбой снайпера. Инженер использует МПАшку новую, в Warzone это МАК-10, штурмовик использует АК-47 с двухкратником и глушителем, ну а медик использует спас. В Warzone это дробовик Гал. Ну а в Warzone мы будем играть по правилам Warface. То есть у нас будет один снайпер, и он будет играть только со снайперской винтовкой, и либо пистолетом, либо ножом. Штурмовик, соответственно, будет играть только со штурмовой винтовкой, либо пистолетом, либо ножом. Инженер с ППшкой, ну а медик с дробовиком. Два основных оружия мы брать не можем в Warzone. Хотя это, в принципе, разрешено, да. Ну, соответственно, резать нас может только медик. Self-revive может брать тоже только медик. Коробку с амуницией может использовать только штурмовик, ну а коробку с арморами может использовать только инженер. А снайпер может использовать все остальное. Ну и чтобы выиграть нам катку в Warzone, нам придется максимально постараться. Потому что условия реально усложнены. Вот, и еще инфа. Если вы еще вдруг по каким-то причинам не забрали себе снарягу навсегда, элитную, то по первой ссылке в описании переходишь и забираешь. И неважно, новичок ты, или только пришел в Warface, или только будешь создавать аккаунт. Там же, кстати, можно зарегистрироваться. В общем, наводишься на тот класс, который тебе нужно. Посоветовал бы, кстати, снайпера. Там, ну, шлемак самый ходовой. И все, тебе падает все прямиком в игру сразу. Прошел у тебя под фонарем, мне вот счет дал, можешь забрать. А, спасибо. Еще можешь забрать сколько? Еще кулак. У тебя еще под фонарем. Найс, хорошо, Степ. Залутал баблишко. Саня там ему подсаппортил, тоже залутал баблишко. Ног дован. Прошел под фонарь. Под фонарь хренул. Прошел. Упор есть, близко, близко, упор. Да, но я убил 6. 6. 6 кресает. 4 плен. Ой, трое миги. Один хп, один хп, Сань. Пистом можешь, найс. Медик, не дайте резать. Найс. Так, у нас Степа ГУЛАГ, вы АФК поставите. Я первый, я окей. Ну и все, дам фраг. Ты попал в ГУЛАГ. Сражайся за право вернуться на поле боя. Кто живой со мной? Пойдем на подсадку. Тихо. Бил. Ты задал им жар. Готовься вернуться на поле боя. Двойка. Так, прошел синька, 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 синька. Да у него 2 хп. Степа выкупили, на раунд играешь. Играйте, пацаны. Старая. Старая выходит, я прикрою тебя. А двойки тебе. Петухи! Я здесь! Найс. Так, смотри, у нас есть, ну сколько-то денег. Давай вычитаем. Саня, у меня 0 становится. У тебя? Отними от себя 500, от меня 300. Все, у меня 370. А, ну давай, давай, хорошо. У меня 185. Пятер. Скинулись и выкупили Степану. Давай, закидывай. Пугается. Топает. Интересный никнейм у них. Пойдем со мной пока. У меня еще 6. Пока они без медов, они без медов, слышь? Давай уйдем. Я ставлю пачку. Меня идут. Ой, охренеть, он меня выкатился жестко. Ты под мусор поставил, надеюсь? Не, нет, под окно. Не, а что ты его убил? Один в планту. Я тебе 0 дам. Он ног. Только ты выживи, главное, до конца раунда. Мне вообще похуй, даже дверь открыта. Да выживи, алло, ты куда? Да я, у меня флешка была. Какая флешка? У меня белый экран был, я не понял. Так, у тебя ГУЛАГ был? У тебя не было ГУЛАГа, иди ГУЛАГ окрай. Я, да. Да, а вы посчитайте по деньгам, сколько надо. Саня, у тебя было сколько? 370. Да, у меня одного хватит. Да, ну давай, Степа, ты меня выкупаешь просто, у тебя остается 234. Напиши в чат, а я играю. Туйон, давай, минус нужен. Там ГУЛАГ, уже время кончилось у ГУЛАГа, блин. Захват флага идет. Да. Все, найс. Next раунд, выкупаем его. Степ, у тебя остается сколько? 34. Саня, а у тебя было 370. Дай палец. Не-не-не, пойдем через ноль. Втроем. За 40 секунд, мы не успеем зайти. Успеем. Через ноль втроем, ты же услышал меня? Нет, не слышал. Сейчас услышал. Один в планту у нас только, и все. Не торопись. Новая. А штурм смотрит из новой. Штурм смотрит из новой, пикает ноль. Давай просто засейвимся, слышишь? Пикни, давай засейвимся, засейвимся, слышишь? Давай засейвимся. Мусор, убей него. Тогда. Где? Он на Титанике все равно стоит. А меня убьют сзади. Ну. Все, ты тут что-нибудь нашел? Конечно, могу. Я выкидывал всех, все, мы засейвили. Бля, не засейвили, ёб твою мать! Так, подожди, Туйон. Мы его выкупили или нет? Сколько у нас очков было? Ну да, ты же сказал, выкупили.
Вот я пытался посчитать, а вы, блядь... Ну, пошли играть. Саша, у тебя гуах-то был, нет? Нет. А, ну да, ты же не умеешь. Лоу. Помогите посчитать. Алло, сколько надо денег, чтобы выкупить? Блин, ну как же это сложно. А почему у меня мозг появляется? Бля. Короче, Туйон сейчас играет, я не играю. Вам надо накопить 800 очей, чтобы... У меня 300 очей с того раунда прибавилось, если что. 300 очей прибавилось, а у Сани не прибавилось ни хрена. Я сейчас играю, Гуах. Туйона выкупили. 300 очей. А, ну все, значит, я играю. И у нас получилось у Туйона 900. Ну, если твои очки отдать Туйону. Можешь лес с меня. Иду. На пятерке стоит, можешь прокинуть пятерку. Чуть правее только. Пойдем за в зелень подсадимся, кто там с бомбой. Вы и бомбу отдай мне. Заходить прям в открытую? Да. Резни меня, спрыгивай спокойно, резни. Он слева, Костя, может подкать его убить. Помогай мне, пикай. Ну выйдите, убейте его, двое пробежало. Наконец-таки, сычи, блин, господи, варзоновские. Псих. Да, интересно. Пабгер. Тихо, тихо. Нет, я вот я дал резать и заставил еще при этом. Я за этот раунд 700 накопил, что ли? Нет, давай, короче, сейчас без него один раунд. Если сейчас раунд выигрываем, то он с нами. Да я за прошлый 700 накопил, так что ж. По-любому, хоть его бы. Фиксировать сложно это. Есть арка. Арка близко, чел. Он накатился. Я в окне. Я взрываюсь, да? Нет. Просто... Можно брони подогнать? Можно. Они просто заходят, что ли? Ты тоже убил его? Да. Боюсь, что уже цепляет. Тихо, не надо убьете. Так только, да? Нет, хорошо. Ты там фармишь их просто? Да, они просто по одному заходят на кат. Я взрываю. Ноль, по идее. Нет? Бомба установлена. А, на рынок. Я медленно. Рынок у нас. Бомба тут. Залазить будет. Степан, поживи. А, ресет. Можешь меня ресет. Где труп? В рынке. Завадай. Что, Паша, он 90 авик. Авика я убил. Авик остался живой. Я думаю, я авика убил. Лол. Ну и все. Ну блин, подсчеты вести капец как сложно, реально. Да просто мы без калькулятора были. Нам надо было, чтобы реально вот этот, кто с нами пятый был, чтобы сидел там со счетной машинкой. Там все эти же есть, которые... Как бусы такие, вправо-влево двигают. Сидит. Да. За подсчеты ведет. Не, ну прикольно. Прикольно. Но это вот это легко было. Реально, по сравнению с предыдущими сопами, это вообще прям изичи. 100 перетягов! Как у пацана там горит. Да ты каждую секунду просто перетяг. Гоу, перетяг. Потому что мы стояли и не заходили, блин. Так я распикивал же. Время-то есть дофига. Распекаешь кого-то там со своего скаута, блин. Чел под стену встанет и все. У тебя и нет. Я Карла убивать тебя. Первый этаж. Побежал. Я убил. Хорош. Сереж, ты там как? Убил корону? Отлично. У нас по деньгам уже есть на комплект, давай быстро возьмем. Да, дай денег капроника. Я скинул. Какой пусть Эльмур по квазалку купит, стой. У меня нет. У меня есть посылка за броня, правда, ты скинул. За этот, за скамил нам бинок второго. Ага, я его нахнул. Еще. Я его зарезал, нахрен. Здесь где-то чел должен быть. Ильнур, сзади тебя, возможно, вот здесь. Все, нужен рез. Тачка, да, это тачка. Езжай прямо. Я сошел. Слева бежит. Нахал ты его? Да. Вертолет. Скинулись вертолет. Я накидал. Поехали. Кряк один. Режим киберспортсмена активирован. Да, справа, на тебя. Накидал больно им. Еще есть он-то?
Они направо воюют. Опа, с домов. Я в спине прям. Я его зарезал. Все, нужен рез. На первом этаже. Я его зарезал. Я хорошее оружие нашел, но упор в себе. Слева один у меня. Он направо бежит. Тут я не разменяю кость. Не надо. Куда ты резаешь, брат? Еще где? Прямо у КамАЗика. Один прямо... левее. За камнем, за камнем. Дал флешку ему. Не застанет, он не зафлешит. Блин, да, топ флеш. Я его зафлешил, найс. Он на вышке сидит. Сереж, вышку снайпни. Сережа. Да я стараюсь, меня пушат, брат. А почему ты соло пошел? Я одного нокнул, типа, да я просто тихо, под каверит. Тихо. Юр, ты защищал! Стёп, кряк он, ног! Стёп, у тебя, Стёп, у тебя есть щел. Бегут. Отлично. Вон, бежит по дороге. Убил. Где он? Один ног, еще там же. Еще один к дому бежит. К дому перебежал один. Убил. Еще там же есть. Мне надо. Нет. Мы не можем резать. Все, у тебя было сколько раундов? Выиграл. Выиграл? Падай на меня быстрее, резай. Можно я резал? Так нет, все, по-моему, должен резать. Он медик. В домогаза успеем, нет? На тачке. Нет, не успеем. Сереж, осмотрись по сторонам. Видите, как перед нами люди. Да, вижу, 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 близко очень. Настя, присни. Ты видишь кого-то? Сонгарь перед нами двое. Давай сюда. А, двое под пожарку ушли дальше. Там один ползает. Ты его нахуй? Да, да, да. Нахуй. Трое у пожарки тогда. Все, пойдем сюда? Вот к этому ангарчику. Сейчас закроем весь этот поле. Второе. По полю бежит. Бегает по полю, весело кабанчик. Да. Резнули вот там пункт на красной метке. Слышишь, две угрозы до сих пор. Он скорее всего так же в поле, а нет, одна стала. А эту тачку пофокусим? Давай хаешку не закидаем. Он, понял, пофокусили. Вон, он типа стреляет. Ну, я Сережа фокусил. Помогите, дорога, дорога бежит. Да он забежал вот внутрь. Красная. Он забежал сейчас внутрь. Короче. Он внутрь забежал, я не понимаю, почему. Типа, у него же солнце закрылся. Топнул одного. В ангаре где-то чел. В ангаре был. Найс. Хорошо, тимвайп? Нас резнулись прям в кемпе в нашем. Разбил окна на всякий случай. А, сидит в пожарке чел. Там хелик играет. На крыше нокнул. Добил. Один пожарку. Чел, вот там, Сереж, правое окно. Крякнул. Где? Дал туда. Да, кряк его. За зеленый бегают у забора. Нокнул в полицайке. Я пошел поджигаться. Зачем? Зачем? Нет? Не ходите? Выбейте. Второй этаж справа. Нокнул еще, пошли. Ильнур. Зачем ждать нокка, да, если можно? Я кинул хаешку, правое окно. Найс. Все? Еще! Зарезал. У тебя еще Ильнур! Зарезал. Еще должен быть где-то. Нам играть надо в зону, ребят. Мы потом давай, в жопе давай, останемся. Давай только делаем через вот сюда вот. Через наш дом? Через право? Не-не-не, прям на оранжевый. Пойдем. Много живых ребят патроны на такую зону. Снапу скиньте. Я скидываю патроны, подберете по порядку по пути. А давайте правых подзакроем, а нет. Нет, мы сейчас вот тут регрупп. Вот тут регрупп, да, и да. Все. И будем воевать отсюда. Принимайте сейчас спину, сейчас готовьтесь за зоны принимать. У меня лево вверх. Лево вверх у меня. Ну, я смотрю. У меня подложение. Одного убил? Лево вверх. Тимвайп. Дал флеш туда. За кого-то зафлешил. Значит, еще внизу у нас. Снайпят нас. Откуда? Да, в метку. Мы сейчас в жопе, на самом деле, пока что. В нокнули там, да? Вот там еще, вот там, за камнем. Нокнул. Надо пушить, надо пушить. Дымовая пошла. Я с этот, слепил. Флешку дал. Зафлешил кого-то. Найс. Хорошо, ребята, сработано.
А почему так долго идет она? И почему он бежит дальше куда-то сам? А, непонятно. И новые баги. Хорошо сыграно было сейчас по тимплею максимально. Мне понравилось. Ну, Сережа снайпер роли, конечно, вообще максимальный.